Это письмо Деду Морозу. Женщина пишет письмо Дедушке Морозу. Ну, здравствуй, дед. Пишу тебе нечасто. Ты много разных писем получал. Не отниму я времени напрасно. Там у тебя и без меня врал. Не попрошу ни Бентли, ни Армани. Даже Apple не надо мне дарить. А можно я к тебе залезу в сани? И до рассвета будем говорить о том, чего хотелось в этой жизни. Хотелось много. Помнишь, в 25 просила кольца, шубы и браслеты и в отпуск на Мальдивы улетать? А в 27 хотелось мне карьеру, чтоб без проблем. И сразу же на взлет. А кто в подарках нынче знает меру? Ты бровь не хмурь, тебе ведь не идет. А помнишь 30? Помнишь эти планы? Огромный дом и баня во дворе. Не бойся. А просить опять не стану, как я просила в прошлом декабре. Ты знаешь, не хочу я на Мальдивы. Да и в Армании некуда ходить. Ты сделай так, чтобы не померзли сливы. Я их старалась потеплее укрыть. Ну, ты же знаешь русские морозы. Померзну, значит, в том твоя вина. Я в палисадник посадила розы. Смотри, чтоб не погибла ни одна. Не то, чтоб я грешила на погоду, но полояльней можно хоть слегка? Чтоб без дождей, без бурь, без гололеда. А видел во дворе снеговика? Сама слепила. Радостный и белый, старалась очень, не спешила в срок. Ты знаешь, я сказать тебе хотел. А ты бы мне подарочек не мог? Духи хочу. И платье. И помады. Шучу, шучу. Постой. Не убегай. Ты знаешь, дед, мне ничего не надо. А только никого не запирай.